съемок фильма «Мулан». Сергей Пудовкин, продюсер «Витаса». Мы находимся в самом центре большой, огромнейшей пустыни. Нас плохо слышно, потому что начинается песчаная буря. Ситуация крайне здесь сложная, снимаясь в таких условиях, потому что сдувает всех. Но, тем не менее, мы продолжаем работу в полном разгаре. Если песчаная буря нас всех здесь не похоронит, то мы вернемся и продолжим свой мировой тур «Бессонная ночь». В центре пустыни мы снимаем мировой блокбастер. Я видал все царства, государства, я прошел все земли и моря, чтоб сказать тебе сегодня здравствуй, здравствуй, родина любимая моя. Самое удивительное, что Витасу уже сейчас, во время съемок этого фильма, а это его первая киноработа в Китае, уже предложили две работы, и одна из которых будет посвящена Витасу. Родина любимая. Ты не поверишь, но я все-таки сделал это. Поздравляю. Спасибо. Ниман Хэн Пан. Хайтуньи Вангцзи 加盟我们的演出, 他就是著名的 Витас.